Мы живем в условиях витаминно-минерального дефицита порядка 130 лет. И если никаких мер не предпринимать, в том числе и разъяснительных, кстати говоря, образовательных, то дело кончится плохо. А если задаться вопросом, а зачем нужны витамины, минералы? А дело в том, что все процессы в организме контролируются особыми белками, которые называются ферментами. Ни один процесс в организме не протекает без ферментов. Начиная с элементарного сгибания кончика пальчика, заканчивая высшим интеллектом, заканчивая передачей информации клеткам, рождением нового человека. Все это ферментативные процессы. Вы скажете, ну а что, если в продуктах нет, какой выход? А выход есть. Человечество уже придумало его достаточно давно. Это тот выход, который у нас средства массовой информации буквально изругали. Сделали из этого ценнейшего подхода, вот тот, который позволяет сохранить молодость, силу, энергию. Слово «БАД» чуть ли не ругательством является. И где? Только в России. Если, допустим, японцы живут 80-87 лет, то у нас средняя продолжительность жизни на десяток лет меньше. И мы идем своим путем. Начинается, а вот у меня инфаркт был, что теперь делать? А надо начинать с молодого возраста. Хотя бы, ну я не буду говорить с детства, хотя должно начинаться с детства все это, но хотя бы с 20-30 лет, то уверяю вас, что вам 80 лет, 70 лет не надо будет использовать пригоршни лекарств, которые ваш организм отравляют одновременно. У меня образование не позволяет мне использовать лекарства. Я закончил фармацевтический факультет, поэтому, дорогие коллеги, я лекарств не пью, а обхожусь природными соединениями. Природными соединениями, и если это все использую так, как мы сегодня говорили, только вовремя, не тогда, когда гром грянул уже, тогда у вас будет более длинная жизнь, тогда у вас будет качество жизни другое, тогда вам не надо будет потреблять лекарства в таких огромных количествах, как сейчас подавляющее большинство. Нужно знать, какие компании, хорошие, настоящие, зарекомендовавшие себя компании, производят настоящие продукты. Продукты, из которых делаются добавки, органические. То есть они выращены в условиях, исключающих химию, или, допустим, собраны в районах, где нет никакой химии. Могу себя привести в качестве примера. Знаете, всегда самый лучший лозунг «делай, как я». Я их все потребляю уже столько, сколько они существуют, где-то почти полтора десятка лет подряд. И результаты, ну, по крайней мере, для меня налицо. Что мне уже достаточно много лет, я даже не хочу сообщать, сколько. Допустим, в позапрошлом году я участвовал в восхождении на пик Чигет. 3750 метров восхождения. И никаких проблем не было, никаких проблем не было. Сочетание биологически активных продуктов, вот, о которых мы с вами говорим, плюс разумная физическая нагрузка. Вот потребляйте все это, следите за собой и будьте здоровы. И, может быть, вам удастся тоже совершить восхождение на пик Чигет.